На свободу собираешься? Справку далеко не прячь, на КПП покажешь. Сюда не возвращайся. Здесь тебе нечего делать. Понял? Просто сыплются на него неприятности. Как будто, простите, кто-то его сглазил. Кого? Класс. 11-й класс. Беда за бедой, трагедия за трагедией. А класс тем временем прекрасный. Лучший. В районе, как минимум. Людмила Михайловна, как вы думаете, что произошло? А у вас есть какие-то сомнения? Конечно, это самоубийство. Это ведь самоубийство, да? Да. Скорее всего. Моя фамилия Крюков Игорь Андреевич, участковый капитан полиции. Формы нет, извините, сдал в химчистку.
Ну что, давайте знакомиться. Можно? Это я тут гость. Значит, можно. Ну, давайте так, и вам привычнее, и мне спокойнее. Я называю фамилию, а вы как обычно. Поехали. Барковский и Михаил. Я. Спасибо. Белодедова Наталья. Присаживайтесь. Галимов Марат. Довженко Георгий. Милкова Анна. Присаживайтесь. Пали Олеся. Суворова Кристина. Благодарю. Худяков Руслан. Шорина Ирина. Юров Максим. Юров Максим. Садись. Юров. В журнале фигурирует некто Русанова Алина. Написано, что она выбыла. Куда, когда? Она погибла. Не так давно. Вы простите, я не знаю, как к вам обращаться. Игорь Андреевич. Игорь Андреевич. Просто дело в том, что у нас у всех сейчас состояние шоковое. Нет, конечно, мы можем ответить на все ваши вопросы, но... А ты ведь недавно в этой школе, да, Миш? Да. Господа одиннадцатиклассники, пожалуйста, закройте свои взрослые ротики и послушайте, наконец, старую училку. Ваша классная руководительница задержалась по очень печальному поводу. В Костроме скоропостижно скончались ее родители. И у нее возникли бытовые проблемы. Как только она их решит, то сразу вернется и продолжит воспитывать вас, редких, по-моему, оболтусов. Людмилочка Михайловна, прием будет. Ровно на одну минуту сидите. Да, прошу, прошу, Юрий Васильевич. Дамы и господа, хочу представить вам нового ученика, Барковского Михаила. Я попрошу, чтобы вы максимально быстро ознакомили его со всеми классными делами. И ни в коем случае, прошу, не обижали его. И мы скоро примем его в нашу школьную семью. Ага, шведскую. Что? Суворова, не перебивай своего директора и не оперируй понятиями, о которых ты не имеешь представления. Ну, собственно говоря, я уже практически все сказал. Еще раз поздравляю вас с наступающим новым школьным сезоном. Спасибо, Юрий Васильевич. Папа, блин, в своем репертуаре. Ну что ж, Миша, смелее занимайте свободное место. Спасибо. Да ну, бот он какой-то. Можно я стул возьму? Новенький увел мою принцессу. Пойду повешусь. Худяков, пойди. Кабинет директора, вторая дверь налево. Don't worry, Людмила Михайловна. Welcome. Довженко. Хорошая. Довженко. Давайте вернемся к сегодняшнему дню. Значит, мальчики были в спортзале на занятии физкультуры. Все были в спортзале?
Ладно, девочки были здесь в классе. Почему не в спортзале? Отпросились. Мы выступление на последний звонок делаем. Времени не хватает, и Владимир Иванович нас отпустил. Где была Анастасия Николаевна? Здесь была с нами. Мы песню по-английски там поем. Она нам помочь собиралась. А что было дальше? Она вдруг встала и вышла. Молча. Просто встала и вышла? Просто встала и вышла. Хорошо. Дальше что было? Довженко, Георгий. Что? Ну, ты же был в спортзале? Был. Что было дальше? Там быстро все было. Там Анастасия Николаевна, она забежала быстро. Ну, она резко... Игорь Андреевич, ну, разве вы не видите, человеку плохо? Мы все там были. Она зашла, по-моему, даже ни на кого не посмотрела, потом резко вышла, мы не поняли, в чем дело. Решили пойти за ней. Дошли до лестницы, а она уже была вниз. Зачем вы пошли за ней? Что с ней было не так? Она плакала, может быть. А вы что, нас уже допрашиваете? Нет. Увлекся. Спасибо. Вы мне очень помогли. Можете идти. Привет, Крюков. Привет, Таш, как ты? Простудилась нафиг. Какие новости? Нефть марки Brent торгует на 8 пунктов ниже. В Таиланде наводнение, в Москве пасмурно, в Петербурге молодая учительница из окна выпала. Это из новостей. Ладно. Первым беглым взглядом. Девушка не беременна. Следов насилия нет. Вероятно, есть разрыв внутренних органов, но причина смерти – перелом позвоночника. Остальное при детальном осмотре. Я тебе по жизни должен. Может, приспим? Ты где будешь? Нас парк. Целоваться я смогу, дышать будет нечем. А так бы да. А, нет, я же замужем. Забыла. Спасибо. Ну что, как он тоже? В смысле? Ну что в смысле? Ситуация же один в один. Вышел из окна. Даже чем-то внешне его жену, похоже, я уезжал тогда. От жены в участке, как специально. Сём. У тебя даспорт, ты держись от меня подальше, ладно?
Послушай меня. Если хоть один человек, ты слышишь, хоть один узнает то, что ты мне сейчас рассказал, я тебя не просто уволю. Я тебя уничтожу. Люд. Людмила Михайловна. Людмила Михайловна. Иди домой. Ведь хотела же уволить. Пожалела зачем-то. Может, я больничный возьму? Вот когда я тебя покалечу, тогда и возьмешь. Убирайся! Почему меня школу олимпийского резерва не взяли? Занимался бы делом, с нормальными людьми общался, а не как сейчас, ведь на измене, блин. А я ненормальная? Лесь, ну ты свой человек же, я же не о тебе сейчас. А я себе. Я для тебя кто? Нормальный человек, свой парень, все. Слушай, ты лучший друг. Лесь, ты чё? Ничего. Завтра плывем? Нет, не плывем. Пока. Чё надо? Гоша, ведь помнишь, что я тебя сюда вытащил, помнишь? Благодаря тебе взяли команду. Ты же мой ученик, я тебя вывел в большой спорт. Ты должен. Ничего я никому не должен. Не должен. Нельзя забывать своих учителей, которые в тебя душу вложили. Я спрашиваю, что надо? Скажи ему. Скажи ему, что мне можно доверять, я буду молчать. Буду молчать только, если вы все будете тоже. Скажи ему. Да пошел ты. Ладно, не парься. Ну, погуляла пару часиков, мороженого поела. Ты что делаешь? Он мне в прошлый раз каблуки отломал. А моим плевать, хоть я голая ходить буду. Мне бы твоя проблема. Детка, как говорит Царева, не оперируй понятиями, о которых не имеешь ни малейшего представления. Черт. Настя мертвая в морге, из головы не выходит. Я тоже вспомнила. Надо с Белодедовой поговорить, чтобы нюни не распускала. А то запалят всех. Ладно. До завтра. Туфли в машине оставила. Крис, а что вообще случилось с училкой-то вашей? Мужик бросил? Денег должна была? Да не знаю я, что случилось. Ну как-то не знаю. Ни с того, ни с сего в окно не выходит. Дура она что? Наверное, дура. Я представляю, в морге. Поцелуй меня.
Пап, только не злись, пожалуйста, нас просто в школе чуть-чуть задержали. Что случилось? Мама, я не вижу. Мам, я ничего не вижу. Юленька, мама, не плачь, пожалуйста. Я тебя очень прошу, ты не плачь. Мы с тобой придумаем, что ты не вижу. Ничего страшного. Мы придумаем, мы выкарабкаемся с тобой, девочка. Мы обязательно с тобой выкарабкаемся. Ну, держись, пожалуйста, держись. Приятного. Аппетит. Спасибо. Чё? Мой дом не кормит. Я один живу. А с кем ругался возле школы? Когда? Ну, сегодня. За оцеплением. Господин такой импозантный, в черном пиджаке. Не отец твой, нет? Ой, не, спрашивал, что случилось. Мне как-то не до этого был этот момент, и, может, случайно нагрубил. Увидел. Можно вопрос? Валяй. У вас инсульт был? Что ты взял? Ну, я смотрю, рука немножко. Это у вас так принято? В лоб не стесняюсь. А чего вы стесняетесь? Вы же не инвалид. Ходите на двух ногах. Слюной не истекаете. Это точно. Ну ладно, ладно. Ты свои сеансы психотерапии для одноклассников оставь. Кстати, дружок твой как отошел? Какой? Он такой здоровый спортсмен, заикался. Дружок. Это смешно, да? Офигенно смешно. Приятно. Приятно. Блин, а?
Британские ученые доказали, жизнь без сисек существует. Вот уроды. Шоль, прости, только с тебя доклад, да? Как прожить в России без сисек? Yes? Что вы делаете? Драться хотите? Идите на улицу! Я сейчас к директору пойду! Я к директору пойду сейчас же! Давай, давай. Все. Стой, подними. Ну что, смотрим? Шоу закончилось. Приятного аппетита всем. Нравится тебе вот это все? А что ты не сопротивляешься? Не можешь? Тогда ори, зови на помощь. Понятно? Да пошел ты. Классная фигура у тебя. Че, крутой? Решил перед всей школой позорить, да? Когда закрываешь противнику глаза, ты лишаешь его не только зрения, но и страха. Британские ученые доказали. Валял ты ему, и подружились. Да, просто некоторые люди понимают только язык силы. Ну, с девчонкой. Опять же, благородно получилось. Влюбился, наверное, сразу в тебя. А? Остались вроде, нет? Мне просто доложили про это дело, про самоубийство, я подумала, все нормально. Игорь, если бы я знала заранее, попросила следователя, чтобы он сам занялся этим делом, тебя это не тревожило. Это его право напрячь участкового. Если понадобится помощь, я тебе сообщу. Ну, а по делу все прозрачно, по-моему. Смерть наступила в результате падения с высоты. Так что отказ в возбуждении уголовного дела я вскоре подпишу, если ты за этим приехал. Так что будь спокойна. Игорь, я прекрасно знаю, в каком ты состоянии. В каком я состоянии?
Или ты думаешь, из-за того, что моя жена погибла, я теперь от каждого самоубийца буду в истерику впадать? Нет, ты ошибаешься. А вот если та, из-за которой моя жена оставила меня вдовцом, будет приезжать и утешать меня, могу впасть. Та, которая что? В следственных комитетах бывают внебрачные связи. Так бывает, встретишь в соседнем кабинете Аньку, первую любовь, все, фу, крышу снесло. А потом жена-то, которая из окна вышла, застукает тебя и ее вот в этой машине. Или не в этой. Показалось. Просто похоже. Ты психа. Псих. Да. Доктор то же самое сказал. Псих, говорит, надо таких из органов с самыми тряпками гнать. А еще, знаешь, совпадение какое. Его, значит, уволили, и место начальника отделения, которое он занимал, освободилось. А Аньку, любовницу, его в звании повысили, и на это место вот такое вот бывает. А не она его потом чистком пристроила, когда его комиссовать собрались, а? Она. Так ее об этом никто не просил. Долго ты там в сарае жить будешь? Не укачивает? Что скисли? А? Депресняк нам сейчас вообще не нужен. А что нам сейчас нужно? Просто расслабиться.
Я предлагаю пойти порубиться в Спарту. Без меня. А что так? Что? Порубиться в Спарту? Да как вы можете? Как вы все это проглотили? Вы что? Вы живы вообще? Настя в морге мертвая лежит. А у вас тепресняк. Наташа, Наташа, успокойся. Наташа, сама знаешь, что станет легче. Наташа. Ты, Барк, не наигрался еще, нет? Тебе мало? А тебе достаточно? Наташа, пойдем. Наташа. Пойдем. Наташа. Там легче будет. Ну, ты же сама знаешь. Пойдем. Пошли. Расследовать будете, тянут кота за хвост. Вызвали меня во время рабочего дня. Чё тут расследовать-то? Никуда ваши школьные коридоры от вас не денутся. Вы из Томиной квартиру сдавали? Ну, я. Анисима ваша фамилия? Не, Наталья Арера. Анисима псевдоним. Смешно. Сёма! Что у тебя? Да вот дневник нашли. Вроде её, но вообще как-то странно. В смысле? Ну, во-первых, половина листов вырвана. Во-вторых, слушай, мне казалось, такие вещи обычно люди прячут, а тут на самом видном месте, не знаю. Дневник давай в лабораторию. Ну, естественно. Возьму почитать потом. В чем дело, Крюков? Ты вроде сказал, отказ будешь писать? Ой, здрасте. Анна Анатольевна. На минуточку, можно вас? Ты хочешь покончить жизнь самоубийством. Типун тебе на язык. Что ты предпочтешь? Сигануть отсюда с шестого этажа, где 100% у тебя мокрого места не останется? Да какое? В полете еще сердце разорвется от страха. Или третий этаж школы на глазах у изумленных учеников. И, кстати, никакой гарантии, что ты свернешь шею. Чистая случайность, как в случае с Истоминой. Ты мне вчера обещал не впадать в истерику из-за каждого самоубийцы. Что-то поменялось сегодня? Крюков, закрывай это дело, иначе его сама закрою. Прости. Да. Здесь мы, иди сюда. Здрасте. Привет. Откуда такая? Из морга. В общем, на теле покойной обнаружены следы избиения. Сломанное ребро и незажившая гематома. Срок? Около месяца. Точнее не скажу. Ну, я не знаю, может, спортивная какая-то травма, авария. Только если она боксом занималась. Ух ты! Неужели 110-й? Доведение до самоубийства. Госпожа государственный советник юстиции 3-го класса, прошу разрешения продолжить следствие в честь того, что сегодня вы просто великолепны. У вас 2 недели. А на тему моей неотразимости Маша сегодня концерт отчетной консерватории. Никот нас ссал. Ты уж извини, что не в кедах. Извинил.
Спасибо. Ну и вкус у тебя, Крюков. Не могу поверить, что встречались с этой злюкой. Ну ты же вечно замужем. Сём! Ну что? Ну что? Что, ночи закончили? Может, хоть записочка предсмертная? Хм, не. Жаль. Я помню, как Настя им хвасталась. Ребята устроили ей день рождения, представляете? Решили такое поддержать. Так у нее же вроде в июле день рождения. В том-то и дело, понимаете? Они решили, что ей нужен праздник. Придумали специальную вечеринку. Родители Кристины Суворовой разрешили использовать свой загородный дом. Ребята сделали капустник, разучивали на английском номера, сами переодевались. Настя тогда плакала от счастья, а мы все ей ужасно завидовали. Какой кошмар, Игорь Андреевич. Какой кошмар. Миши Барковского на фото нет. Подпись есть, фото нет. Да, действительно. А, ну только, по-видимому, он сам фотографировал. Он абсолютно уникальный мальчик. Во-первых, по-английски говорит точно как на родном. Во-вторых, учится блестяще. Легко все схватывает. Не боится дискутировать с педагогами. И абсолютно сформировавшийся. Самостоятельный такой человек. Знаете, такой мужичок. Счастье для учителя, правда? Я уверена, что для Анастасии Николаевны, как для классного руководителя, такой ученик был просто подарком. Валентина Леонидовна, сколько раз вам повторять, закрывайте вы окна, опасно же, ну дети бегают, а? Курок же идет, никто не бегает, а окна высохнуть надо. Привет. Привет. Можешь проводить меня до дома, если хочешь. Извини, но у меня на сегодня другие планы. Он защитный, чем меньше женщин и людей. Тем больше нравится мне, я знаю продолжение. Тем легче. Что? У Пушкина тем легче. Мне нравится? Худяков. Здравствуйте, Анастасия Николаевна. Здравствуйте, Анастасия Николаевна. Добрый день. Идем? Здравствуйте, Анастасия Николаевна. Меня зовут Миша Барковский. Я ученик в классе. Примите, пожалуйста, мои соболезнования. Такое горе. Мы с ребятами как хотели вас поддержать. Мы можем просто молча посидеть или, не знаю, поговорить. Простите, наверное, глупости какие-то несу. Да нет. Спасибо. Прошу. Пожалуйста, проходите. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Переходим на легкий бег. Легкий. Господи, столько лет прошло, и ничего не изменилось. Ну почему? Программы новые. Я вообще-то из большого спорта тренером был, потом вот переквалифицировался. Рассказывайте. А я уже все вчера... Ну, шел урок. Девочки отпросились, мальчики по программе, но у нас там прыжки были через козла. Вошла Анастасия Николаевна, крикнула что-то. Что крикнул? По-моему, здравствуйте. Так,
Неожиданно. Дальше что было? Дальше выбежала. Я услышал крик. Пошел смотреть. А там... Зачем она пришла в спортзал? Не знаю. Почему вы меня боитесь? Я... Почему я... Я вас не боюсь. Просто я очень держусь за это место. Понимаю. Я тоже когда-то следователем был, начальником отдела. А сейчас вот участковый. Были когда-то и мы... Рыцаками. Глупость какая. Интересные. Я тут интересовался. Оказывается, вы отличный программист. А если быть точным, не последний хакер в нашем городе. Ну, это в прошлом. Как скажете. Согласитесь, как-то странно с такими возможностями. А вы сидите в этой школе за копейки. Есть причина. Точнее было. Скучаете по ней? Во что они играют с этими лицами? Спарта. Симулятор нового поколения. Бета-версия. Какие правила? Никаких. Вообще никаких правил. Понимаете? А Юра где? Он сюда играть не ходит. Я подозреваю, что у него даже компьютера дома нет. А вы не боитесь, что они там чем-то другим занимаются? Нет, не боюсь. Я в любой момент могу посмотреть, что происходит на экране у каждого. Посмотрите. Это все равно, что читать чужие письма. Я не хочу. Я хочу.